Знаешь, что таблетку даешь, да? Чтоб мама не обманула. Мне бывает, его, когда лекарство вот так даю, жидкое, если. Я его уговариваю, что лучше надо попить. Он всегда, он начинает. Ну, ему не дают лечки. Почему? А он съел баночку. В смысле, что белковую много нельзя? Это сколько, по-моему, для такого мишки-то? Та баночка, это норма для цверкпинчера. Тем более, что для щенка.